Всем привет, меня зовут Сергей. Какой мотоцикл выбрать в качестве первого? Этот вопрос терзает многих, особенно тех, кто пересаживается на два колеса. Тут играет роль и внешний вид, и цена, и, конечно же, характеристики мотоцикла. И вот начинаются долгие поиски в интернете, расспросы друзей, расспросы соседних байкеров, которые копаются в гараже со своими мотоциклами. Но те, конечно, посоветуют либо CB400, либо какой-нибудь древний литр. Так шли дни, недели, и вот ты увидел его – Kawasaki Ninja 300. Тебе понравился спортивный внешний вид, а также комфортная посадка, что не свойственно мотоциклам в пластмассе. Жужжание двухцилиндрового двигателя мощностью 39 лошадиных сил с водяным охлаждением. И о мотобоги, у него есть система ABS. Решено, это мой самурай. Попытки сэкономить. Ты ищешь мотоцикл с пробегом. И понимаешь, что выбор огромен. Как же не ошибиться при выборе двухколесного друга? На что обратить внимание? И в этом нам поможет Евген. Всем привет! На примере Kawasaki расскажем, на что обратить внимание при выборе мотоцикла с пробегом. Начните с внешнего осмотра. Проверьте состояние пластика, лакокрасочного покрытия, целостность рычагов, чтобы они были целые, без повреждений, не гнутые. Фары были целые, без трещин, и тем более не разрушенные, не поврежденные. Чтобы поворотники включались, стоп-сигнал срабатывал, работал дальний и ближний свет. Также обратите внимание на ходовую часть, а точнее на вилку. Вилка должна быть без подтеков, хромированные детали должны быть без повреждения. Посмотрите задний амортизатор, он должен быть без подтеков и повреждений. На что еще стоит обратить внимание? Это на состояние тормозных колодок, на цвет тормозной жидкости, он должен быть светлым. Как проверить износ цепи? Для этого поставьте мотоцикл на боковую подножку, проверьте натяжение цепи рукой. Затем следует мотоцикл откатить вперед либо назад и проверить натяжение цепи вновь. Вот. Провис должен быть равномерный. Если провис неравномерный, вас ожидает замена цепи и звезд. Посмотрите на мотор. Мотор должен быть целым, без повреждений, без подтеков масла и антифриза. Все болты должны быть на месте. Холодный мотор должен запускаться легко и работать без посторонних шумов. Проверьте уровень масла. Для этого поставьте мотоцикл вертикально, в смотровом окошке масло должно быть выше середины. Сцепление должно выжиматься легко и без заеданий. Всем пока, с вами был Евген. Спасибо, Евгений. Конечно же, это не весь список того, что нужно проверить при покупке мотоцикла с пробегом. Если он вам нравится визуально, везите его к профессионалам в сервис. Пусть они проведут диагностику и уже точно скажут, брать вам его или нет. Ну а для тех, кого интересует непосредственно Ninja 300 ABS, советую обратить внимание вот на этот экземпляр. Стоит он в мотосалоне Bikeland. Пробег у него 1600 километров. Мотоцикл в идеальном состоянии. Даже вернее, я вам скажу, он новый. Поэтому все ссылки я оставлю в описании. Если кто заинтересуется, переходите, смотрите. С вами был Сергей. Всем пока.